включаю свой фотоаппарат Sony старенький, в 2014 году его покупал. Так, сегодня, наверное, надо на эту видеозапись еще озвучить. Сегодня у нас 12 июля 2020 года. В Харькове 4:00, сейчас пропикало по Киеву. И вот вам телескопище мое, которое никакое не телескопище. А фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. О, тут луна уже ушла. Ух ты. Сейчас будем... Пока я распаковывал. Sony DSH, по-моему. HX300. Не поймется мне, что я от него хочу, на чем сфокусироваться. Ну, в общем, на Sony 50 крат оптики. На моем старичке рабочем. Следующее видео посмотрите. Ну, в общем, сейчас видно, как Nikon снимает луну. Сейчас еще раз наведусь. Я сейчас уменьшу кратность, потому как слишком быстро через кадр проходит луна. Я не успеваю с Sony ничего сделать. Так. Я сейчас наведусь. Снимаю с рук, через окуляр навожусь. Слияние Марса и Луны сейчас видно. Резкости никакой. Сейчас попробую ближе. Это автофокус работает. Вот максимальное увеличение для Sony HX300. Снимаю с рук. Через окуляр, так что дрожит это у меня голова, а не руки. Ужас. Что такое возраст? А вот это Марс. Так. У нас исчезла луна. Тем временем с Nikon. Сейчас Nikon сниму Sony DSC. Это будет честно. А, настройки не позволят, да? Светочувствительность слишком маленькая. Малюсенький, он мне когда-то казался большим. Ну, конечно, на фоне Nikon он крошечный. Старичок мой. Ладушка, пошли снимать Венера дальше. А то что-то не на то переключился.